Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Топино Флей, мы с вами сегодня посмотрим на инди-хоррор, очередная FNAF-поделка, но говорят весьма-весьма страшная, потому что, как она страшная, не страшная, а пугающая именно, страшная, это когда прям сидишь и стрешься, а пугающая, да, тебя скримеры пугают. Очень много приходило с ней сообщений, давайте же посмотрим, The Joy of Creation называется эта игра, двоеточие Reborn, то есть что-то там история создания, наверное, игрушек, перерождение или что-то вроде того. Поехали, давай, play. О, это Фредди стоит в двери, меня ждет, говорит, здорово, ёпта, я говорю, привет. Первый этаж, какой-то там Фредди. Мы по этажам будем, что ли, проходить или что, в чем проблема? Главное, чтобы она не вылетела, потому что она может. Мне написали вначале, выключи фрапс нахрен, а то она может крошануться. Но у меня ни к чему, кроме фрапса, доверия нет, поэтому я записываю как можно больше и как можно чаще им. Собери 5 объектов за одну минуту. В смысле за одну минуту? Какая нахер 5 объектов? Бляха-муха, нихера себе поворот. Какие 5 объектов? Ты о чем говоришь-то? В смысле 5 объектов? Ты что, обкурился, что ли, игра? Собери, бляха, 5 объектов за одну минуту. Или вместе с одной минутой. Что это значит-то? Так, вы эти чашки, кружки все нахер от стола быстренько убираем, потому что сейчас начнется, наверное, месиво, паника, жопа. Сейчас все будут орать, кричать, визжать, потому что страшно, наверное. Я не понимаю, какие им нужны объекты. Чего надо собрать? 21 секунда осталось. Охереть. Бляха, вот она страшная, короче говоря, в натуре. Вот это она гнетет меня. В смысле? 4 объекта? Я что-то подобрал? Что это было-то? Я маффин какой-то подобрал, что ли, или что? Ну как? Тихо! Объекты просраны! И что это значит? Я думал, надо будет вот туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда вертеть, что-нибудь нажимать и все. А что делать надо? Обосраться в натуре, а делать-то что надо? Собери, говорит, 5 объектов. Я собрал, а толку-то от них? Ну, в смысле, я ничего не собрал, а что делать, если я не соберу 5 объектов? Вот это еще один объект, да, считается? Ага. Так, ну я слышу Фредди. Так, стакан, ты давай тоже нахер куда-нибудь подальше отойди, а то я тебя знаю, тихо. Он где-то там. Короче говоря, светящие семафончики надо подбирать. И не обращать внимания на Фредди, который ходит где-то там, топает, хлопает ногами, бормопает. Бляха, я уже заблудился. Зачем строить эти пустые многокомнатные дома? О, еще один хорош. Короче, 5 светящихся объектов надо было собрать за минуту. Но я не уложился. Наверное, если бы я собрал их все за минуту, у меня бы какой-нибудь бонус бы сыграл. Я бы, наверное, заранее закончил уровень, нет? Как бы просто смысл, если этого нет, смысл в собирании 5 объектов пропадает. Насколько я успел заметить, здесь нет тупиков. То есть из любого места... Иди, давай, здорово! Let's rock! Давайте, ебанем, что бы нет-то. Короче говоря, насколько я понял, если мы соберем... Иди, твою мать, беги быстрее, он где-то там! Нахер, нахер, нахер. Бляха, вот это грамотно. Я даже не сказал, что это FNAF-поделка-то, если что. FNAF-поделка, когда сидишь, крутишь головой, нажимаешь на кнопки. А это прям надо ходить. Так что... Ладно. Моя фраза по поводу FNAF-поделки идет, собственно, в жопу. Мы играем в хороший такой хоррор. Правда, мы примерно знаем, кто за нами охотится. Это уже, как бы... Иди, твою мать. А что будет, если он меня заметит? Нахер. Я проверять не хочу. Я что-то подбасру сейчас, наверное, немножечко. А где остальные? А я все, наверное, собрал, да? Бляха, еще не видно ничего. Нет, фонарь, конечно, классный. Фонарь есть, он такой прям молодец. Но толку-то. Никакого толку-то от него нет. Он светит и светит. Так, я слышу, он где-то там слева. Пусть будет слева. Блин, я что-то уже запутался. Я вроде в одном и том же месте хожу. Опять плакат.
Где ты, сука? Что случилось? Сейчас вообще ничего не понял. Чё ты визжишь-то, дура? Вон он там. Валим, быстрее нахер отсюда. Ха, лох, у бляха нет, он не отстал. Быстрее, я пошутил. Фредди, ты красавчик, ты опасный. Ты, сука, самый опасный аниматроник. Отвалит меня, Фредди, сука. Бляха, ну ты угораешь, что знает мой маршрут, сука. Ты что там четыришь-то, паскуда? Вот нихера он нагоняет пурги-то, короче говоря. Тихо. Я аж вспотел уже. Еще один объект. Блин, это сраный дождик, короче, вообще тут не нужен. Нахер. Короче, спокойно. Поменьше говорим, побольше слушаем. Его следует. Здорово! Охереть, короче, ты смотри, а! Бляха, вот он подбежал! 5 объектов, ладно, раз! Бляха, он меня запалил. Он поймал меня, не надо! Ух, это, короче, вот это жестко, это реально жестко. Это, бляха, страшнее! Это на самом деле... Может, фонарь надо выключать? Это на самом деле в разы сложнее, чем просто сидеть и крутить головой. Просто прям сильно сложнее, отвечаю. Ты тоже объект? Бляха-муха, я ж не знал! Я думал, он просто светится, типа, смотри, тут есть плакат. А, так тут объектов-то больше получается, что ли? Просто надо собрать их, успеть за это время. Один остался, хорошо. Один за 15 секунд. Я думал, это какие-то пленки только надо собирать. Так, этот пес идет спокойно. Все, я попался, короче говоря. 4 секунды, нет! Дай еще один объект, быстрее мне! Ну ты че, жлоб ты какой? Или это может какая-то пасхалка? Блин, я все-таки склоняюсь к мысли, что если я соберу 5 проектов за минуту, успею, то нам с вами скипнут уровень, и мы пойдем дальше. Бляха-муха. А может быть надо все объекты все объекты надо собрать, по-любому все. Только я плейн не понимаю. Где? Стоит, сука. Лиса, волк, собака, падла. Короче, дикая просто игра, какая она страшная. Бляха, этот дождь просто, он вообще мешает сильно. Если бы не он, я бы все спокойно услышал. Блин, я опять просрал объекты, а чё же я просрал-то? Я же не хотел их просирать, я хотел собрать спокойно жить и выиграть. Может быть, в этом соль? Он мимо прошел, мудак слепой, даже ничего не увидел. Я тут фонарем светил, говорю, эй, мудила, я здесь! А он даже не подошел ко мне. Я не понимаю, что происходит, но сколько раз я уже проходил по этой карте... Ай, блядь, иди ты в жопу с этими скримерами, слышь! Я же специально подошел к окну посмотреть, кто там мне улыбается. Они с скримаками это преподносят. Собаки такие.
Может быть, нам... Типа, мы не успеваем собрать 5 объектов, и нам дается остальное время, чтобы собрать все, либо просто изучить немного карту. Но если нам... Иди, твою мать! Выключи фонарь! Так, ладно, убежали, хер с ним. Сука! Я так понимаю, он охотится за фонарем. Если я выключаю свет, то он от меня быстрее отстает, да? Да хватит! Бляха-муха, беги, падла! Ой, бляха, вот есть тут тупики! Вы говорите, нет тупиков! Есть тупики! Комната эта тупиковая! Выход, что ли? Это медведь! Какой нахер выход? Ты угораешь, что ли? Выход, он говорит, выход! Беги! Беги, скотина, беги куда-нибудь быстрее, беги! Просто беги! Да бляха, он бегает, как Усейн Болт, сука, механически! Беги! Беги, падла, быстрее! Беги куда-нибудь, он сзади! Я тебя отвечаю! Не застревай в углах, скотина, выключи фонарь! Да бляха ж муха ж! Да он опять бежит, да ты издеваешься что ли? Чё сделать-то надо? Мне кто-то объяснит? Нет! Я чё-то просто так гоняю, как дурак! Может быть, нам реально надо просто в это время посмотреть, где находятся остальные объекты, запомнить их местоположение? А потом за минуту все собрать и все. Бляха, хрен поймешь. Ой, сука, ты тут! Отстань от меня, падла! Уйди! Уйди, тварь, иди на улицу, там твои друзья пришли, мяч тебя просят скинуть, отвали от меня! Чего? Что он сказал сейчас? Блять, опять идет, сука. Я долго молчу, да? Я не понимаю, что происходит. У меня беда какая-то случается. Я не вижу никакого решения, нам ничего не объяснили, в принципе. Найди, говорит, ты флаг, объект нет. Может, нам проиграть и попробовать найти 5 объектов? Где это, падла, иди сюда. Я посвечу хоть на тебя. У меня руки чешутся. Короче, сейчас быстренько, за минуту, находим 5 объектов и выигрываем. Быстрее! Есть один! Раз! Так, тихо, он с какой-то с той стороны. Раз. Два! Не-не-не. Все, тихо, спокойно. Проще, без паники. Три. Вот теперь спокойно можно побегать. Отлично, мы зацепили его. Теперь он бегает за нами, и мы спокойно можем найти остальные 2 объекта. Просто быстренько цепануть их, зацепить плакат. Где? Где плакаты и всякие эти псы? Сука, где плакаты? У меня 19 секунд, у меня 2 объекта. Где они, все плакаты эти гребаные? Где они? Я же видел, их полно висело. Где? Ну нет, я опять по кругу прошел и ни хрена не нашел. Опять надо будет проигрывать. Сука, смотри-ка. Еще один. Один остался. Успею, может? Да не, хер успел. Бляха, да ты угораешь, что ли, опять ничего не успел. Вот же еще один объект. Ай, надо было его взять, я отбыл. Где-то там гнида, давай убивай меня. Но это уже не страшно, чем выигрывает эта игра, короче, 5 на честь Фредди, то, что тебе не страшно, но тебе напряжно обосраться как? Тебя испугали, и чё? Ты продолжаешь, короче, паниковать. Потому что эта падла в любой момент может тебя нагнать, она нагнетает обстановку. Ну, блин, я сейчас опять ничего не возьму.
2. Там объект был, я понял. Но не надо было туда заходить, иначе бы меня поймал тут пес. 2. 3. Да ладно, на все подряд тыкай, все подряд собирается. Нет, нихера, тихо. 4. Отлично. 5! Есть! Все! И че? Теперь надо выход, может быть, найти? Теперь я реально нихера не понимаю. Выполнить цель или что дальше? Что, как-то убивать можно? На Е, там, на Ку, на пробел. Подожди, а цель-то какая в игре? Что это было, чат? Ты слышишь, ты гнида, я приду, я тебя разберу на шестеренки, нахер, у меня отвертка есть. Не, серьезно, что ж тебе делать? Может, его надо куда-то привезти или вывезти? Или надо было инструкцию сначала прочитать? Я откуда знал, какая нахер инструкция? Я думал, надо просто взять, короче, и начать играть в игру. Я так, в принципе, и сделал. А что будет, если я спрячусь? Ой, тут можно садиться, смотри. Прокатит, нет? Есть меню? Во, есть меню. Блин, давайте выйдем в меню. Надо понять, короче, что же делать. Так мы будем полдня здесь просидеть. А, смотри-ка, Фредди прошел. Так тут нельзя. А тут надо за каждого что-то сделать, нам только поиграть в Play Store мод. Нихера себе. Ну поехали. Блин, я галочку-то он сделал, значит нормально. Подвал, Бонни. Окей. Чё-то Бонни вообще в сырости живет, ему, наверное, противно там. Ну холодно, сыро, это постоянный мороз. Так, собери 5 объектов. Эй, а куда мышка-то? Алло. Блях, она поломалась, прикинь. Во, заработала. Она, короче, только при нажатой левой кнопке поворачивалась. Так, ну хорошо, ладно. Теперь 5 предметов здесь. Но я хрен знает даже, как они выглядят, так что мне тут искать. Фонари не работают. Вон оно чё. Как выглядят предметы, которые надо собирать? Нет. Ну они тоже должны же подсвечиваться, логично, ну. Сейчас пока не паникуем. Тут, походу, можно прятаться. А как предмет-то выглядит, вы чё? Я вообще ничего... Да все, я понял, внутри. Сейчас мы поймем, как выглядит предмет, и будем собирать. Наверное, они должны выглядеть так же. Ну, вот один предмет, точно. Раз. Ну, ясненько. Они тоже так же подсвечиваются. И тогда смысл в этой игре только что отпал. Если каждый раз надо собирать одно и то же. Только с разными зайцами. Медведями. Курами, сука, цыплятами, падлами, этими плюшевыми, которые не плюшевые на самом деле вообще. Вот еще что-то, да? Нет. Она ржет, там что-то угорает. Сзади ходит. Он думает, наверное, до сих пор, что он здесь одинок, что здесь никого нет. Но здесь есть я. А он, наверное, об этом еще не знает, он меня просто не видел ни разу. Фредди, ты когда меня увидел, он стал потом побыстрее, посильнее, понаглее, подурнее, падла, стал. Так, а тут я уже запутался. Ты что, работаешь, нет? Блин, прикинь, я так хожу, только 2 предмета нашел. Какие нахер 5 за минуту? Это ж нереально вообще никак. Охереть вообще.
Сука. Я никогда не думал, что что-то в разряде Фредди чего-то сможет меня еще так сильно напугать. Но эта игра реально прям дрищит мои ляжки. Здесь нет чувства погони. Вот, точнее, есть. Вот чего не хватало медведям изначально. Здесь есть чувство погони, чувство преследования, чувство того, что тебя сейчас догонят и убьют. И все зависит только от тебя, а не от кнопок, от твоей реакции. Ух, вот это они тут напридумали, вообще красавцы. Еще один предмет нашел, красава я, да? Нет. Же выглядят остальные-то предметы. Плакаты там еще были какие-то. Предметов больше, чем 5, я так понимаю. До свидания. Я хер его знает, где остальные предметы, вообще ничего не понятно. Подвал, по-моему, размерами не сильно отличается от первого этажа, где за нами бегал Фредди. Но предметы здесь спрятаны куда, бляха, лучше их просто... Их нет, их два предмета, все. Два предмета на весь подвал, а тебе говорят, найди 5. Где я вам высру, что ли, сам сделаю? Че за чумелые ручки? Давайте мне пластиковую бутылку и ножницы, я сейчас вырежу клумбу из нее. Че там? Учили-то всех раньше делать из пластиковых бутылок все. Вот мы из пластиковых бутылок все предметы себе сразу и сделаем. Мы позовем к себе Бонни и скажем, слышь ты, зайчара... Хочешь заняться? Хочешь вступить в наш кружок? Будешь мамку радовать на 8 марта всякими, сука, бесплатными поделками. Это же классно. Здесь нет больше предметов никаких. Чё я где найду, если их не существует в природе в принципе? Вот еще один. Окей. Но это ты. И прошло уже 100 минут. Блин, ну он там ходит, может быть где-то там в нем, ну в смысле там, где он ходит. Он может определенную территорию охраняет, и постоянно, когда я слышу звук, я туда просто не иду. Это вполне логично, может быть он ходит просто, наверное, по краю локации. И в этом, ой, шапка, ай, телефон. Блин, похоже было на шапку с помпончиком. Так, ну он где-то здесь. Надо его как-то обрулить и попасть в ту часть локации, где ходит он. Бляха, фонарь, что светит, что не светит, сука. По центру ни хера нет вообще. О. Чё это? Чё это? Бери это, слышь, чё? Ну, допустим, еще один предмет. Но это только 4. За такое продолжительное время только 4 предмета. Это вообще не катит ни хера. Ты. Нет, ты. Нет. Я думал, это аптечки висят. А чё бы нет-то? Повесили бы аптечек, мы бы лечились. Он бы нас догонял, бил, а мы бы лечились. Мне кажется, я здесь уже был. Конечно, я здесь уже был. Красный! Ой! У него красные глаза! Да все, успокойся, хорош! Я быстро, и ты меня не поймаешь! Пошел в жопу! Нет, он не согласен со мной, по-моему. Его либо на поворотах заносит, либо я не понимаю, почему он не может меня догнать с таким, короче, диким количеством шагов, которые он делает. Мне кажется, он бежит, бляха-муха, быстрее гепарда. Он просто щемь у меня потерял, мудила. Нет, он зато бежит до сих пор. Короче говоря, весь смысл в том, чтобы найти эти предметы, на самом деле, заключается в следующем. Ты тупо агришь на себя эту собаку. После этого ты бегаешь от него, пытаясь попутно замечать какие-то предметы, собираешь их и выигрываешь. Потому что в спокойном ритме ты эти предметы не соберешь. Предметы все эти собираются во время паники. То есть ты бежишь... Бляха, это тупик! А все, а вот я и умер! Вот тебе и раз! Надо запомнить это место, как оно выглядит. Оно, сука, выглядит так же, как все остальные. Его не запомнишь. Оно одинаковое! Тихо, поймал, сука, поймал. Ну ладно, ну первый раз просто меня прям чуть ли не затрясло. Первый раз, когда это случилось. Первый раз это было реально дико. Сейчас уже как бы это смешно больше стало. Ну бегает и бегает, ну хер бы с ним. Ну, сука, как... Воу, здорово, раз. Так, 4 осталось. О, опять тупик, серьезно? Бляха, вот это тут, короче, все плохо сделал. Тут много тупиков. Тупики, короче, это вообще не в тему. Смотри-ка, сука, 30 секунд, а у меня до сих пор один предмет. Чё за хернина? Как их, бляха, искать?
Да тут, сука, кругом одни тупики. Вы чё, угораете? Они мне предлагают карту запомнить сначала. Походу дела, говорят, запомни карту сначала, а потом, короче, играй. Так, ладно, давайте посмотрим, что там еще у нас есть. В менюшке-то в этой, там был еще какой-то режим, по-моему. Choose Endless Mode. Что это значит? Почему я Play Store Mode-то не могу? Он, может, недоступен просто? Хотя, вряд ли. Блин, тут, походу, дела надо, короче, выбирать, а потом играть. Давайте на этом мы на сегодня закончим. Я посмотрю, возможно, мы запилим еще одну серию. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, бляха, он прям меня просто сейчас разрывает. И он пока поедет в инди-хоррор, а потом посмотрим. Может быть, отдельный плейлист под это дело сделается, если нас прям затянет. Я не могу, я обосрался в самом начале. Мне просто было дико страшно. Меня давно уже так не пугало ничего. Все эти FNAF-поделки, они одинаковы по смыслу. И ты просто ждешь скример. Здесь же за тобой реально бегает, сука, реальный аниматроник, от которого ты можешь убежать. А можешь и не убежать. Первый этаж, он был очень легким, потому что там очень... Там, по-моему, насколько я запомнил, был всего лишь один тупик. Один тупик на весь первый этаж. Здесь же, короче, в этом подвале, сука, одни тупики, там их миллион просто. Давай еще быстро за минуту пробежим, может, что поймем. Ну, блин, это просто, это как так? Их так много, этих тупиков, и что-то пазл за мной ходит. Да все, я понял, давай поехали быстренько. Сейчас разочек попробуем, если за минуту не найдем. Я просто не вижу смысла дальше ходить. Либо ты находишь за минуту, либо ты ходишь просто так. Ну, находишь, находишь. Карту вообще, в принципе, запомнить равно нельзя. Какая разница-то? Да ну нахер. Окей. Короче, глюк какой-то есть этой херней. Если ты начинаешь, по-моему, то ли с зажатой кнопкой, то ли что-то, ты можешь поворачивать, чтобы зажатой кнопкой. Ну, я же тебе говорю, короче говоря, он прячет все предметы сначала около себя. Да где ты, падла, был? Все предметы, короче, находятся в его стороне. Первым делом надо выходить сюда. Все предметы тут. Это я уже заметил. Уже мы не успели сюда зайти, уже два предмета нашли, представляешь? Целых два. А до этого мы ходили, бляха, ни одного не находили. Эй! Здесь лежал предмет, что за херня? Так, есть один. Да ну нет, это беда бедой прям. Ни одного поворота, смотри. Поймался. Я второй предмет хватанул! Третий хватанул! Тихо, два осталось! Два предмета! Тупик! Нет, не тупик! Отлично, отлично, отлично! Два предмета уже хватанул, 8 секунд! Два, три предмета, сука! Три, четвертый-то где? Четвертый! Бляха, просрал! Ну, короче говоря, они все рядом. Они все рядом, и, в принципе, это вполне сериально. Главное, пойти в другую сторону, а то я бродил по пустому месту. Где ты там, падла? Давай, посмотрю хоть повнимательнее, как ты выглядишь. Ну не, короче, Фредди был напряжнее гораздо, просто в разы прям, ой, как это страшно. Давайте, короче говоря, на этом закончим. Не знаю, сколько у нас будет потом еще одна серия или две. И мы, а может быть, ну, может быть одна, может быть побольше. Посмотрим, как зайдет, собственно. Мне не могу, страшно, бляха, меня трясет. Ссылка на плейлист с остальными инди-хоррорами в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И до встречи либо в следующей серии, либо в следующем инди-хорроре. Но мне что-то кажется, что будет еще одна серия, как минимум. Все, всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.